Товарищ Якушин, почему мой приказ о переводе Стрельцова в «Динамо» до сих пор не выполнен? Не хочет он, товарищ министр. Уперся как ни в какую. Не получается у нас. Что значит «не получается»? Значит, не умеете убеждать людей? Не хочет, так не бывает. Предложите ему, что там у вас полагается. Предлагали. Машину, квартиру, звание. Все предлагали, товарищ министр. Ребята с ним по душам говорили. Не хочет. Мне партия и правительство доверили следить за порядком в нашей стране. И я этот порядок наведу. Можете не сомневаться. Но я вас вот о чем хочу спросить. Бывает порядок без уважения? Как вы думаете, бывает или нет? Вот и я думаю, что не бывает. Поэтому никто, вы слышите меня, никто не может обыгрывать команду милиции. Потому что у нас к милиции так относятся без должного уважения. А вы, товарищ Якушин, даете лишний повод похихикать над теми, кто охраняет закон и порядок. Я надеюсь, вам это понятно. А мы же выиграли первенство СССР, товарищ министр. Да вы и Кубок страны выиграли. Да. Только нам пришлось потом переигровку назначать со «Спартаком» в полуфинале. Или вы уже забыли? Не забыли, товарищ министр. Спасибо, что не забыли. Сами ни черта сделать не можете. Ладно. Если вы со Стрельцовым не справляетесь, мы вам поможем. Пишите имена игроков, кто вам нужен, для того, чтобы «Динамо» безоговорочно было чемпионом. Только разборчиво пишите. Стрельцов, Татушин, Огоньков. Спасибо, товарищ тренер. Вы свободны. Делай, что хочешь, но чтобы эти трое были в «Динамо», понял? Я сказал все, что хочешь, но результат мне обеспечь.